Всем привет! Мы с вами в автосалоне Toyota. Наверное, самый лучший салон, я имею в виду большой. Все удобно, машины размещены, так все компактно. Доступ к машинам есть отличный. Давайте посмотрим, какие модели представлены, какие цены. Видите, здесь Toyota Desert Camp, то есть в выходные дни будет большой выездной тест-драйв, там полоса препятствий и так далее. То есть машины потихоньку готовят. Сейчас сезон скидок, что называется, особенно на RAV4, до 300 тысяч, по-моему, скидки не добегает. То есть уже в октябре совсем скоро продажу поступят уже новые RAV4, ну и соответственно на эти большие скидки. Давайте посмотрим, какие модели представлены, какие цены. Silkway Rally 2019. Выгода 300 тысяч рублей. Черный цвет. Смотрите, какие у нас колеса здоровые. Bridgestone. Вот так вот тут все выглядит. Все в пластике. Вся арка закрыта. Отлично. 265 R17, такие огромные фартуки сзади, спереди в принципе тоже не меньше. Зеркала повторительных поворотов. Давайте почитаем, как обычно. Toyota Land Cruiser Prado, стоимость машины без выгоды 3 537 000, выгода при сдаче текущего автомобиля в трейд-ин 200 тысяч, пожалуйста. И с учетом выгоды машина стоит 3 387 000 рублей. Давайте посмотрим. Итак, у нас есть 2,7 литра бензиновый двигатель с механикой, есть с автоматом, есть 2,8 литра дизельный двигатель с 6-ступенчатым автоматом, и есть у нас еще 4-литровый бензиновый двигатель тоже с 6-ступенчатым автоматом. Всего у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 комплектации. Начинается машина с цены в базе 2 499 000 рублей, бензиновый двигатель 2,7 литра и механика. И самое топовое у нас, видите, стоит 4 357 000 рублей дизель и 4 402 000 бензиновый движок 4-литровый. Вот так. И доплата стандартно за цвет. Покрытие металлик 26 000, перламутр 39 тысяч рублей. Ну, вдаваться мы в подробности тут не будем. Тут много-много чего и всяких из опций. Ну, мелко написано. Ну и время не отнимать. Просто посмотрим, что это у нас. Вернее, что здесь в машине предлагают и за что же просят вот такие деньги. 3 387 000 рублей. Большие такие фары, да? У нас омыватели фар, туманки передние. А нет, датчика парковки я тут не вижу. Ну, черный цвет стандартный такой. Классический в машине идет, отлично. Подножка. Посмотрим, что здесь. Такой большой проем. Здесь у нас тканевый подлокотник, но он мягкий. Все. Премиум уровень, все литры стеклоподъемники, все авто, блокировка дверей, стекол, такая черная ручка, у нас типа пакет Black Edition, да. Все электрорегулировки сидений, тут у нас тканевый салон, высоко тут все расположено. Здесь у нас, видите, электрорегулировка зеркал лево-правой шеи складываний, тут еще заглушка-заглушка, руль в коже, мультируль. Ручные регулировки. Такой бокс-подлокотник. Это здесь из двух половинок. Вот так он открывается. Достаточно вместительный. Подогрев сидений, розетка, USB-аукс. Ну, все понятно здесь, что предлагает. Каниша, и тут еще, видите, у нас два подстаканника.
кнопка запуска двигателя, и тут имитация кожи, на самом деле пластик, но красиво сделано. То есть если сильно не присматриваться и не отличить, что это не кожа. Ручник, ну и большой экран такой, все по уму. Тут у нас бокс подлокотник, подстаканники, все здесь есть, неплохо. Идем дальше. Toyota Hilux, тоже черный цвет. Смотрим, такой небольшой кузов, достаточно вместительный. Что здесь предлагает? Тоже смотрите, какие у нас брызговики, практически фартуки, рессоры. Ну и вот почему-то, видите, здесь не защищено ничем часть этого кузова, непонятно. Барабаны, резина Бриджстоун. Ну и давайте посмотрим, что в салоне. У нас тут снизу хромированная окантовка, ручки тоже хромированные, бесключевой доступ. Ну, в принципе, большой проем, хорошо. Здесь все в коже, ручка тут уже твердая. Все электросигнальные, все автоблокировки дверей, стекол. Здесь у нас и складывание зеркал, электрорегулировки, динамик, еще динамик. Все это хорошо. Уплотнитель тут есть. Замечательно. Место для бутылочки. Toyota. Тут тоже все электрорегулировки. У нас кожаный салон, кстати, здесь. Режим эко, Power Mode. Что тут? Розетка. Подключаемый полный привод. Помощь при спуске с горы, отключение ESP. Подогрев сидений. Розетка. USB и AUX, вернее, здесь разъемы. Климат-контроль, кнопку запуска двигателя, такой вот экранчик. Собственно, он сам по себе большой, а сам экран, вот он такой не очень большой. Но, тем не менее, потом, допустим, может на вырост сделать его таким, то есть края будут такие же, а сам экран можно сделать, я так понимаю, будет побольше. Вот такая подсветка здесь, черный потолок, очечник, все здесь присутствует. Такие вот здесь мягким отделаны. Такие вот козырьки от солнца. Тут у нас, видите, зеркал нет. Ну, сюда тут карту, все можно положить. Руль в коже, мультируль. Ручные регулировки. Такая вот приборка. Ну и что сзади? Видите, у нас бок подлокотник есть. Ну, в принципе, смотрится все зачетно. Зачетно. Давайте посмотрим задний ряд. Тоже, кстати, широкий проем, уже тонировочка есть. И тут тоже мягкий подлокотник, тоже здесь все отлично сделано. Оформлено большое место для бутылочки, детский замок, уплотнитель тоже, все хорошо. Туннель, в общем-то, небольшой. Давайте посмотрим. Сантиметров, наверное, 5. Такой вот, тут видите, у нас такой бонусный крючок, там тоже, кстати, есть. И еще есть карманы. Хорошо. Ну и вот такой бокс-подлокотник. Давайте посмотрим. Тут, видите, тоже раз крючок. Там еще один крючок. И вот такие у нас ручки-поручни. Замечательно. Давайте смотреть, сколько же просят за эту машину. Стоимость машины без учета выгоды 2 миллиона 821 тысячи рублей. Выгода при сдаче текущего автомобиля в трейд-ин 100 тысяч. И в итоге вот такая цена получается. Давайте посмотрим, что вообще предлагается изначально. Итак, у нас здесь возможен дизель 2,4 литра объем и 2,8. С дизелем 2,4 идет механика, а с дизелем 2,8 идет уже шестиступенчатый автомат. Максимальная мощность 150 лошадей у 2.4, у дизеля 2.8 литра, 177 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент двигателя 2.4, 400 ньютона-метров у 2.8 литра, 450. Ну и вот раз, два, три, четыре у нас всего комплектации. Стандарт, комфорт, престиж и эксклюзив. Начинается цена в базе с отметки
2 306 000 рублей. И в топе машина стоит 2 862 000. Соответственно, доплата за цвет металлик 19 000, покрытие перламутр 29 000 рублей. Тут еще у нас есть, видите, пакет зимний. Он, в принципе, возможен везде. Подающий передний сиденье, зеркала заднего вида с обогревом, индикатор низкого уровня обмывающей жидкости, электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, электрообогрев рулевого колеса, дополнительный электрический отопитель салона, подогреватель двигателя. Вот так. Ну, неплохо. Но цены, правда, по 3 миллиона. То есть... И это уже со скидкой, да? Вот так он смотрится. Зачетно. Идем дальше. Toyota Land Cruiser 200. Без выгоды. 6 014 000 машина стоит. При сдаче в 3D 350 000. Бац, вам сделают скидку. И в итоге машина будет стоить 5 664 000 рублей. Вот так. Смотрим. Раз, два, три, четыре, 5-6 комплектаций у нас. Элеганс, престиж, люкс сейфити, люкс сейфити 7 местный, ТРД и экзекутив лаунж. Два двигателя здесь, 4,6 литра бензиновый с 6-ступенчатым автоматом. И еще есть двигатель 4,5 литра дизельный, тоже стоит 6-ступенчатый автомат. Цены начинаются в базе бензиновый двигатель, вернее, с бензином двигателем версия 4 875 000 и с дизелем 5 040 000. Ну и, соответственно, доплата за цвет перламутр 63 000, кроме ТРД и эксклюзив, и доплата за металлик 42 000 рублей. Ну, в общем, вот так все дорого. Land Cruiser. Нет, зеленый свет, туманки, много хрома. Тут, видите, у нас и датчики парковки, и омыватели фар. Ну, в общем, все на высоте. Такие вот здоровые колеса. Резина Dunlop. Двухцветные диски. И тут у нас что? Пластик стоит. Подножки. Ну, много тут и хрома. Видите, у нас в зеркалах камеры. Повторили поворотов, хромированная окантовка стекол, ручки хромированы, все зачетно. Такое дело. Видите, у нас бесключевой доступ. Вот так здесь все смотрится. И тут тоже у нас пластик, но видите, здесь полностью арка закрыта, вообще красота. Вон запаска снизу проглядывается. Идем дальше. Давайте посмотрим, что здесь предлагает в салоне. Здесь тоже все зачетно, все премиально. У нас тут память сидений для троих. Все лица, стеклоподъемники, все авто, покровка дверей, стекол. Большая тут ниша, динамик стоит. Электропривод сидений, то есть все тренировки, все отлично. Land Cruiser, и даже еще подсветка имеется тут. Тут тоже у нас, видите, куча всяких кнопок. Руль в коже. Мультируль. Здесь уже электропривод руля. Сейчас все включено. Приборка. Большой бокс, подлокотник. Видите, как все здесь открывается. Ну, наш, видите, у нас cool box охлаждаемый. Зачетно. Здесь что предлагает? Два подстаканника. Здесь тоже, видите, куча регулировок, подарили все деньги. У нас, кстати, кожаный салон, перфорированная кожа, то есть охлаждение, и подарили все деньги, подарили руля, ну и так далее. Здесь все стандартно пошло. Такая вот ниша небольшая. Классная кнопка такая. И вот, видите, здесь уже все в коже. Большой экран. Ну, зачетно все. Тут, видите, у нас тоже козырьки мягким отделаны. Тут еще дополнительная шторка, видите, класс. У нас тут имеется люк, чешник. Ну и тут у нас
Сзади бокс подлокотник. Все зачетно. Ну, цена 6 миллионов. Конечно, цены аховые. Ну, покупает потихоньку, что? Если бы не брали, наверное, бы машины эти не привозили. Идем дальше. Toyota RAV4. Смотрим. Сниженная кредитная ставка до 4%. Стоимость представленного автомобиля без учета выгоды и спеццены 2 миллиона 305 тысяч. Скидка на все комплектации 50 тысяч. И при сдаче в трейд-ин 250. Итого 300 тысяч. И вот эта машина вам обойдется 2 миллиона 55 тысяч рублей. Ну, вот так. Давайте посмотрим. Напомню, что в октябре уже в продажу поступят новые RAV4. Соответственно, вот эти все машины надо куда-то как-то быстренько распихать, продать. Соответственно, такие скидки. Итак, у нас есть двигатель 2-литровый, есть двигатель 2,2 литра, есть у нас двигатель 2,5 литра. Значит, получается у нас здесь возможность выбора шестиступенчатой механики, есть вариатор. Есть шестиступенчатый автомат, он идет только в топе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть комплектаций. Стандарт, стандарт плюс, комфорт плюс, 25-я годовщина, престиж и престиж сейфити. Значит, в базе машина стоит 1 миллион 616 тысяч рублей. Это у нас передний привод, двухлитровый движок и 6 ступеней механики. И в топе машина стоит 2 миллиона 101 тысячи рублей. 404 тысячи рублей. Это полный привод и вариатор. И 2 миллиона 340. Полный привод, 2,5-литровый двигатель и автомат. Ну вот такие дела. Значит, опять же, доплата за металлик 17 тысяч. Перламутр 25 тысяч 500. Вот хочешь перламутр? Доплати почти 26 тысяч. Лицевой свет, омыватели фар, туманки здесь, передатчики парковки. Ну, в принципе, все зачетно, но, опять же, фотки уже есть нового RAV4. Здесь что у нас? Рейлинги, снизу хромированная окантовка. Ну, в принципе, вот так смотрится машина сбоку классно. Вот, но чуть-чуть, как бы, вот, как по мне, так перед не очень, а уже в новом будет уже и перед классно, и все. Подножка здесь, вот такие вот диски, резина Dunlop 235-55 R18. Ну, тут у нас, видите, вот опять же почему-то какие-то вот издержки здесь, как бы вот защита идет, потом бац, видите, у нас практически почти вся арка не защищена ничем. С чем связано, непонятно. Экономит или что? Здесь у нас, видите, повторители правда в зеркалах. Бесключевой доступ. Ну и у нас, видите, по сути, это дверь порог закрывает, но так как у нас подножка, она будет в грязи, то получается, при выходе из машины вы будете вот за это место, опять же, брюками тереться. Ну и, в общем, как-то вот этот такой момент, не знаю, или что, нужно ставить на подножку, потому что не спуститься, но это какая-то ерунда. Тут все отделано мягким, классно. Тут тоже все четко. Память сидений для двоих. Все электростеклоподъемники водителя авто. Электрорегулировки сидений, поясничный подпор. Кожаный салон у нас тут. Видите, как тут все. Кнопка запуска двигателя. Такой вот экранчик. Тут тоже у нас подарив сидений, режим спорт, выбор режима, здесь разъем USB и AUX, розетка, ну так. И тут что? Бокс-подлокотник. Да, тут неплохо все сделано. Такой вот, здесь у нас механические регулировки руля, то есть по высоте и по вылету. Зачетный черный цвет. Ну, классика. Напомню, в октябре уже поступят в продажу новые RAV4. Здесь вот фетровые подкрылки. Но опять же, вот почему-то не полностью. Не полностью арка закрыта.
с чем связано, не знаю. Идем дальше. Вот у нас еще одна версия RAV4, 25-я годовщина. Но тут чуть-чуть более она такая навороченная. Тоже здесь, видите, 50 тысяч скидок на все комплектации. И при трейдине скидка 250. Итого машина стоит вот столько, а была цена 2 миллиона 78 тысяч рублей. Но здесь, наверное, нет смысла все это опять перечитывать. Давайте просто посмотрим, что предлагают. Лензовый свет, туманки, омыватели фар, датчиков парковки спереди вот почему-то нет в этой версии. У нас, видите, такие вот черные диски. Ну, пластиковый вес, просто здесь машина темная, я там даже не сказал, она, видите, как там тоже он есть. Ну, как-то вот на черном фоне, да, теряется несколько этот пластиковый вес, поэтому тут что, тоже у нас все здесь на высоте, а тут уже дальше у нас пошел, видите, тканевый салон. Ну, попроще чуть-чуть. Ты тоже, видите, темный потолок, черный. Ну, такое. И в отличие от той машины, видите, здесь уже вот вся эта арка полностью закрыта пластиком. Почему там нету, я не знаю. Что так они, как они исходят, из чего исходят, непонятно. 25-я годовщина. Идем дальше. Новая Toyota Corolla. Давайте почитаем. 100 тысяч по трейдину. А нет, поправим, все включено. Ну, почти 1,5 миллиона. Давайте почитаем. Абсолютно новая Corolla. Для тех, кто не в курсе, напомню, что здесь идет только один двигатель. 1,6 литра. У нас 1, 2, 3, 4, 5 комплектаций. Стандарт, классик, комфорт, престиж и престиж сейфити. Значит, в базе машина стоит 1 миллион 173 тысячи рублей. И только механика идет. Комплектация классик уже стоит 1 миллион 261 тысячу на ручке. И 1 миллион 318 тысяч уже машина будет с вариатором. В комфорте машина стоит 1 миллион 434 тысячи рублей и вариатор. Престиж 1 миллион уже 508 тысяч и вариатор. И в топе машина будет стоить 1 миллион 700 тысяч и будет стоять вариатор. И двигатель будет стоять тот же самый, 1,6 литра. 122 лошадиные силы, крутящий момент 153 ньютона метра. Здесь еще просят доплату за цвет металлик 17 тысяч и за перламутр 25 500. Ну вот. Вот так. Разговаривал с менеджером, спрашивал у него, берут такие машины? Ну, он заулыбался, но потом где-то секунд 30 молчания, говорит, да, говорит, берут. Но я не стал настаивать, его право не отвечать. Ну, видимо, пока не очень. Передние датчики парковки, линзованный свет, туманки. Что здесь, смотрим. Двухцветные диски. R17 пластики тоже, вот, пожалуйста, видите, да, то же самое, пол арки не закрыто. Почему здесь у нас повторили плату в зеркалах? Тут вообще классно, смотрите, как ниши нет никакой, какой-то снег там, да, листья, ну, все ветром выдувается и не скапливается. Здесь не нужно париться, заморачиваться, все также, видите, как удобно. Отогнул, поменял, почистил, все опустил. Не нужно вот эти все сервисные режимы и так далее. Здесь хромированная готовка, видите, она идет сверху. Бесключевой доступ. Ну, сзади у нас дисковые тормоза, понятно. Вот так все это смотрится. У нас, вы видите,
задние датчики парковки, новомодная антенна. Что здесь предлагает? Камера заднего вида и подсветка номера. Королла. Ну, давайте посмотрим, что в салоне предлагает. Смотрите, какой огромный лючок. Кто бы что ни говорил, а тут тоже как-то вот машина небольшая и такой огромный лючок. Давайте заглянем, что здесь предлагает. Ну, все в мягком отделано. Ну, это понятно, что это у нас далеко не база. Смотрите, как далеко ручка расположена, почти посередине дверцы. Мягкий подлокотник. Ну, не скрипит, но как-то вот, видите, как она ходит. Тут динамик. Ну, ниша такая, она какая-то квадратная, ну, небольшая. Хоть здесь, хоть тут, что-то много не положишь. Все электростеклоподъемники, блокировки дверей и стекол, складываемые зеркала и электрорегулировки зеркал. Здесь что? У нас, видите, поясничный подпор и ручные регулировки сидений. Смотрим. Вот такой у нас открывается вид. Руль в коже, мультируль, по высоте пульт регулируется. Вот видите, здесь куча кнопок, работа с телефоном, голосовое управление и так далее. Все это понятно. Круиз-контроль. Тут все отделано мягким. Такие вот огромные, видите, воздуховоды, такие ячейки там. Но зато, видите, где рука остановилась. Остановилось, все, там остановилось, и ничего не болтается. Отлично. Тут еще у нас раз, два, три заглушки, видите, как большой экран. Все в глянце. Тут что? Все мягко и отлично. Здесь что нам предлагает? Зеркало со шторкой и с подсветкой. Тут то же самое. Ручка есть, а чечника нет. Здесь, вот видите, беспроводная зарядка, подогрев сидений, такая ручка вариатора, режим спорт, отключение ESP. Ну вот так, и такой вот, смотрите, здесь ручник, два подстаканника без фиксаторов, кожаный бокс, подлокотник, он не сдвижной, тут есть розетка, достаточно вместительный. Видите, что здесь 4 болта у нас. Ну и такая вот небольшая там вот такая прокладушка закрывает эти все болты. Тут у нас все на высоте. Ремни по высоте регулируются. Ну, все остальное мы с вами уже посмотрели. И давайте посмотрим здесь. Микролифт большой. В принципе, бардачок. Ну, такая вот Toyota Corolla. Достаточно так высоко здесь все расположено, как мне нравится. Но опять же, вот эта вот ниша, она вот как-то такое ощущение, вот сверху смотришь, как будто там какая-то дыра. Ну, как-то вот, не знаю. И вот опять же, повторюсь, кто не в курсе, с первого раза не поймет, что это такое. А когда мы нагнулись, видим, что здесь разъем USB и AUX. Ну вот, кто так делает, я как бы не придираюсь, просто вот констатирую, что не совсем удобно вот это все дело. Кнопка запуска двигателя. Ну, я вот сиденье максимально отодвинул назад, и у меня, видите, нога только-только достает до педали газа. То есть, я так понимаю, здесь и люди высокие с комфортом разместятся. Что сзади предлагает? Бокс-подлокотник, подсветка в потолке. Ну, такой салон. Выходим. Ну тут просто узкое пространство, видите, вот одна стенка, сразу вот вторая стенка. Может, здесь за счет этого еще как-то эхо. Как-то вот чуть-чуть показалось, что громковато дверь закрылась. Идем дальше. Toyota Camry.
очень неплохо она продается. Совсем недавно была статистика, что Toyota Camry практически лидер в сегменте. Черный цвет классический, классно все смотрится. Омыватели фар, датчики парковки, бензовый свет, туманки, все, что хотите. Давайте читать. Toyota Camry без выгоды 2 271 тысячи рублей, при сдаче трейд-ин 200 тысяч скидка. Итоги машина стоит 2 271 тысяча рублей. Давайте смотреть. Машина предлагается с тремя двигателями. 2 литра, 2,5 литра и 3,5 литра. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 комплектаций. Стандарт, стандарт плюс, классик, элегант сейфити, престиж сейфити, люкс сейфити, экзекутив сейфити. В базе машина стоит 1 573 тысячи рублей. Она будет идти уже с автоматом. И в топе машина стоит 2 499 тысяч рублей. Ну, стандартно за металлик 21 тысячу просят за цвет. За перламутр 32 тысячи рублей. Ну, такой дорогой перламутр. Где-то они его, видимо, через пятые руки покупают. Шучу, конечно. Несколько такая затемненная эмблема. Ну, что здесь? Давайте смотреть зачетные, в общем-то, диски. Большие брызговики спереди и сзади. Хромированная окантовка стекла по кругу. Ручки у нас хромированные. Вот так смотрится сзади машина. Давайте посмотрим, что в салоне. Смотрите, какой просто огромный проем. Красота. Все зачетно здесь. Ну вот это опять же ради того, чтобы здесь все вписалось. Видите, здесь такой вот выступ. Ну, как-то, вот, не знаю, мягкий подлокотник, он же здесь ниша, как ручка, используется, все ретро-стеклами, все авто. Блокировка дверей, стекол, складные зеркала, все это понятно. Память сидений, видите, но здесь для двоих, тоже неплохо. Динамик, и тут у нас еще такая нишка электрорегулировки, быстро, смотрите, моторчик работает. Тут у нас накладка Camry. Руль в коже, мультируль. Здесь еще у нас, видите, электрорегулировки руля. То есть и по высоте пульта, естественно, регулируется. Такая приборка. Ну и вот, видите, у нас тут даже еще тоже есть заглушка. Такая приборка. Ну, в принципе, неплохо, так они соригинальничали, скажем так. Здесь разъем USB и AUX, розетка, беспроводная зарядка телефона. Еще тут ниша, достаточно глубокая. 2 подстаканника, подогрев сидений, охлаждение сидений, 6-ступенчатый автомат, электронный ручник с функцией автохолд, кнопка запуска двигателя. Все смотрится, конечно, классно. Тут такой вот, видите, очешник. Ну, тут, конечно, пластик немного дешевенький, но это вот уже, может так, типа придирки. Тут подсветка зеркала, тут розетка, вернее, ручка. Все это здесь имеется, естественно, да? Естественно. Закрываем бардачок. Микролифт имеется тут. Правда, он ничем, ни бархатом не обшит ничего, зато здесь практически вот все отделано кожей. Хорошо. Сиденье у нас, видите, перфорировано в коже. И тут сзади вот такой большой бокс-подлокотник. Правда, крючка нет. И есть подсветка в потолке. Ну, такая вот машина. Сиденье, по-моему, задвинуто. Да, максимально назад. Смотрите, как далеко. У меня даже ноги до педали не достают. Хорошо здесь, в общем-то, люди рослые тоже разместятся с комфортом. И до руля еще тоже много места, то есть под себя сможет отрегулировать, в принципе, любой человек. Идем дальше. Ну вот у нас новый Fortuner. Давайте смотреть.
высоко машина от земли, этот кузов, да, много хрома, хромированная готовка практически по всему периметру кузова, рейлинги, понятно, запаска у нас, видите, здесь снаружи. Задние датчики парковки, такие диски двухцветные, Bridgestone резина. И вот опять же, да, вот брызговичок вам, пожалуйста. А здесь у нас ничего нет, защиты нет никакой. Такое дело. Подножка, хромированные ручки, бесключевой доступ. Давайте посмотрим, что за эту машину просит Toyota Fortuner. 3 057 000 без выгоды, с выгодой 400 000 при сдаче в трейд-ин. Неплохо. 2 657 стоит машина в итоге. Ну, давайте, как всегда, посчитаем. Toyota Fortuner. Предлагается 2 двигателя, 2,7 литра бензин и 2,8 литра дизель. Бензиновый идет как с механикой, так и с автоматом. Дизельный идет только с автоматом. Всего 5 комплектаций. Стандарт, комфорт, элеганс, ТРД и престиж. Машина в базе стоит 2 172 000 рублей и в топе 3 031 000 рублей. Ну и стандартно за цвет металлик 26 000, перламутр 39 000 рублей. Смотрим бензовый свет, туманки, тут много чего есть, хрома много. Давайте посмотрим, что здесь в салоне. Кожаный салон. Вот так здесь все футуристично выглядит. Руль в коже, мультируль и так далее. Такой рычаг АКПП. Бокс-подлокотник спереди и так далее. Ну и давайте посмотрим, что вот у нас есть. Toyota CHR. Хотят ее с рынка убрать, не пошла она машина. Передние датчики парковки, бензовый свет, туманки. Довольно-таки классный цвет, еще тут такая типа подсветка. Тут такой вообще класс, металлик такой светлый, синий, классно смотрится. Давайте почитаем. 2 169 000 стоит машина, 300 000 скидка по трейд-ину. В итоге вот такая цена. Всего у нас 2 двигателя, 1,2 литра, 2 литра. Идет у нас 3 комплектации, Cool, Hot и Ride. В комплектации Cool двигатель 1,2 литра и стоит вариатор с двигателем 2-литровым. И комплектация Hot идет вариатор. И с двигателем 1,2 литра идет еще 6-ступенчатая механика в комплектации Ride. Значит, комплектация Cool у нас стоит 2 169 000, Hot 1 756 000 и комплектация Ride 1 367 000 рублей. Такое дело. Давайте посмотрим так, что же за машина. Ну, опять же, я сколько раз говорю, вот такое спорное. Для города эта машина или для чего? Черная крыша глянцевая, такие здоровые диски, пластиковый обвес. Ну, как бы, ну, скажу так, что-то типа пижонская машина, да? То есть ни складухи, ни ладухи. Здесь сзади место. Ну, как бы, видите, постольку, поскольку багажник совсем небольшой. Где на такой машине ездить и что на ней возить, кого возить. Ну, конечно, это только мое мнение, у вас может быть, естественно, другое. Вот. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Довольно-таки большой проем. Тут все, ну, если, ну, такой не особо мягкий, но достаточно приятно сделать. Вот тут все в коже, мягко отделана, красота. Тут тоже все виды стеклоподъемники, все авто. Складываем зеркала, электрорегулировки, все это понятно. Здесь
поясничный подпор. Да, такой хороший, аж полукруглая стала спинка. Ручные регулировки. СРС Airbag. Кожаный салон. Такой бокс-подлокотник большой. Видите, у нас здесь плафон в потолке, темный потолок. Вот так смотрится, экранчик торчит. Здесь у нас климат-контроль. Ну и вот так все это футуристично выглядит. Честно говоря, не очень, чтобы очень. Ну, опять же, это все на любителя и так далее. Такая вот машина. Двери четко закрываются. И у нас, видите, опять же, здесь закрывает двери по роже. Хорошо. Ну и вот еще у нас Камри стоит. Давайте еще посмотрим, что это за машина. 2,345 без учета выгоды. 200 тысяч скидка по трейдину. В итоге машина стоит 2 миллиона 145 тысяч рублей. Но цены мы с вами смотрели. Давайте посмотрим, что здесь. То есть со скидки 200 тысяч мы получаем вот такую машину, которая стоит 2 миллиона 145 тысяч. Линзованный свет, туманки. Посреди платов в зеркалах. У нас здесь передние датчики парковки, омыватели фар. Ну, много чего. Диски такие вот. Резина Бриджстоун. Брызговиков, видите, здесь нет. Хромированная окантовка стекол. Бесключевой доступ. Что здесь предлагает? Смотрите, какой широкий проем. Отлично. Ну и тут тоже, да, все на высоте. Все хорошо. Здесь селектор стеклоподъемники, все авто. Складываем зеркала. Такая ручка небольшая. Ну, электрорегулировки сидений. Кожаный салон, перфорация. Вот так все смотрится. Ну, зачетно, зачетно. Недаром она лидер продаж Toyota Camry. Дешевле бы стоило, так вообще цены не было. Посмотрели мы с вами машины, представленные в салоне Toyota. Пишите, комментируйте, как вам тачки. Все, всем пока, счастливо.